Жителям Химок предоставилась возможность увидеть на дорогах городского округа кибертрак – автотворение Илона Маска. Как оказалось, это детище местных кулибинах. Начинка у авто полностью отечественная. Кибертрак построили на базе старой девятки. Реакция у людей достаточно позитивная, и особенно, когда они узнают, что это ВАЗ-2109, они очень сильно удивляются, и мало кто в ней, конечно, узнает эту девяточку, но по салону можно понять. Ну и, в принципе, достаточно много людей, которые узнают в ней Tesla Cybertruck. Над созданием автомобиля будущего трудились всего 3 человека. Умельцы срезали все обвесы со старой машины, заменили колеса. С нуля сварили футуристический кузов для русского кибертрака. На все ушло 8 дней и 80 тысяч рублей с учетом стоимости самой девятки.